Доброго всем времени суток, с вами Тексар, и мы играем в лучшую зомби-выживалку этого лета, Miss Survival. Ну, это реально лучшая выживалка за это лето и даже за эту весну. Ну, зомбиная, естественно, потому что, может, была какая-то... Так, давайте поспим до 6 часов, это будет 12, нет, 11 часов сна. И с утречка двинем... Двинем. Так. Что у нас с собой есть? Ну, немножко еды. Нормально. Жрать мы это будем потом. Что мы можем с собой взять? Что мы хотим с собой взять? Что у меня было в мыслях? Так. В мыслях у меня было немножко поплавить. Так, ножик есть, пистолет я взял, топор взял. Поплавить железо на ферме. И сходить влево по дороге. Ну, сначала у меня была вообще мысль выгнать зомбаков мерзких. 8. Ну, давайте 8 поплавим, а 4 оставим. Выгнать мерзких зомбаков с фермы и зажить там счастливо. Ну, хрен-то нам по всей рыжей морде, потому что домиком может быть только вот с таким значком домик. Так, давайте посмотрим, что у нас в машине, чтобы знать, что нести. Нам не хватает двух колес и мотора. Все, великолепно. Ну, не то чтобы это было великолепно, но побежали. Возвращаясь к вопросу, почему эта зомби-выживалка лучшая. Я бы сказал, за этот год. Ну, может, осенью что-то еще выйдет. Но пока лучшая. Она очень толково сделана по части вот именно выживания. Слушайте, а вроде тут рулоны на поле лежали, нет? Мне показалось. Или зомбаки все убрали. Ну ладно. Сегодня, кстати, вышло обновление. Там мегов на 150. Но в основном тут проблемы с застреванием решались. Проблемы с застреванием. Уменьшены аппетиты генератора, бензогенератора. Изменена дата тухления консервов по карте. Ну, остальное все всякие застревашки в основном. Так. Ну так вот. Тут самый толковый процесс выживания из всех игр, которые я в этом году видал. Вместе с процессом ну, травм, получения травм. Вот там вроде была еще одна машина. Вместе с процессом получения травмы лечения, ну, тут, пожалуй, самое такое правдоподобное выживание среди современных игр. Ну, хорошо, самое правдоподобное выживание среди зомбятников. Чем-то мне все это напоминает Project Zomboid с хорошей графикой. Так, мы пихаем сюда. Неугасимый огонь, полчаса. Хорошо, плавься. Так, а что нам нужно? Тут можно кинжал такой хороший сделать. Вот, 4 и это потом сделаем. Так, пойдем пока к зомбакам, я не пойду. Мы двинем... Как ни странно, обратно... А, да прыгай ты, собака страшная. Обратно это чуть левее возьму. Я в прошлой серии говорил, что мне писали в комментах, что вот влево по дороге, по асфальтовой, я там что-то интересное найду, там есть здание. Ну, здание тут есть везде, сами понимаете. Вон наверху какая-то охотничья вышка стоит. Там наверняка ружье лежит. Надо будет потом сходить. Ну, конечно, не факт, но а почему бы нет? Вышка же охотничья. Я бы из дробовичка-то по зомбакам с большим удовольствием зарядил. Так. Угу. Ай, ну, пожалуй, что и вышли куда надо, да? Или это мотель тут? А, это тот мотель. Тут еще есть такой момент. Топором-то ведь тоже можно драться. И мне кажется, что из топора зомбаку в черепушку-то зарядить можно очень хорошо. Вот тут топливо есть. Да, я подходил к этой машине. Тут вот... Чемодан можно к себе утащить. Да, это напротив мотеля. Ну, не знаю, попробуем, может. Или ну его нахрен. Я что-то стремаюсь этих зомбаков. Да, возьму топорик. Давайте посмотрим, что он вообще там по дамагу. А у него нет ТХ. Сюда, если я положу. Даже не знаю. Ну, давайте попробуем открыть, ладно. Блин.
Суицид добавили. Это если ты где-то застрял в чем-то совсем уж жутком, можно суициднуться. Эй, козлы. Оно умерло? Ну как? Соль. Ну неплохо. Я впечатлен. Опа, вот это меня отоварили. Ну, я сам, в принципе, виноват. Я слишком на рожон полез. Так, ладно. Ох ты ж, елки, а у меня это... И ничего и нету. Харвис статус. Северили. Третмат. Я умер. Нет, ребята, это... Неинтересно, это неправильно. Почему я умер, кстати, не понял. Но у нас есть сейф. Ну, надо было понять, какая тут боевка. В принципе, да, можно, но по одному их надо выманивать. Ну, видимо, кровью истек. Просто я очень долго копался с перевязкой. Не надо с этим тянуть. Надеюсь, я не в момент умирания буду. Не, ну если умирание, ничего страшного. Выкрутимся. Интересно, я первого уже ушатал? Нет, я в него ушатал. И печальный урок. Лежать. Фух. Тяжело. Реально тяжело. Лежит. Так, ваундед у нас. Ну, пускай селф-хилинг будет пока. Не, ребят, хватит приключений. Так, ладненько, собираем все это. О, пистолет еще один. Патрончики. Так, давайте перезарядим. Сколько тут лазит вообще в обойму? 8, ну нормально. Так, переключимся. Значит, топор мне нравится больше, пожалуй. Ну, я бы не сказал, что мы прям офигительно так тут залутались. О, бинтик, хорошо. Вот это, кстати, вовремя. Еще топорик, они расходуются, это прекрасно. Сейчас долутаемся и обсудим местное лечение. Благо я его тут тестил, чтобы понимать, что к чему. Итак, мы тут видим раны. Вот видите, справа они у меня есть. Рука и нога. К счастью, без кровотечения. И внизу вот желтая надпись «Самолечение» заполняется шкала. Мы будем самолечиться. И постепенно мы вылечимся. Это будет не быстро. Также есть такой момент. Вот если я сейчас побегу. Видите, нога начала заполняться снизу. Ну, тут ничего такого страшного, поэтому я решил продемонстрировать. Видите, у нее шкала вот снизу заполняется. Это я ухудшаю свое состояние. А если я буду махать руками, у меня, видите, сверху пойдет. Видите, вот. Заполняется. А если я продолжу что-то делать, у меня раны превратятся в тяжелые раны, начнется кровотечение, в общем, у меня наступит полный кирдык. То есть, нельзя на раненой ноге бегать. Тут мысль такая. А, мы можем все это лечить. Вот мы перевязались. И тут уже не самолечение, а третмент. И сюда мы тоже перевяжемся. И сведем свои два бинта. Вот так нам дорого встал вот этот пистолет. Ну или что мы там нашли. Все, мы остались без бинтов. Ладно,
Идем, ходить можно, бегать тоже, бегать нежелательно, даже перевязанному. Но лечение теперь идет быстрее. Так. Вообще неплохо бы на базу сходить. Что у нас полный этот... Но мы будем очень печально на базу идти, слушайте, нет. Давайте пойдем туда дальше. Как заполнимся, вернемся. Вот, такое тут интересное лечение. Также тут есть отравление и прочие приятные вещи. Они тоже лечатся вот сходным путем. Тут большая охапка, может быть, болезностей. Что, в общем-то, достаточно интересно и достаточно правдоподобно. А, нет, дверь не надо. Ох ты, 7 литров, красота-то какая. Канистру надо. Так, идем потихонечку, медленно и печально. А вот такая тут интересная система повреждений. Слушай, может 10 минут видео снимаем? Ну ладно, по этой игре можно дольше делать видео немножко. Тут есть на что посмотреть. Так, пусто. А, это тоже нарисованная машина. Я просто не особо горю желанием бегать. Я такими рывками буду. В принципе, пока доверху не поднимется, мы своим... О, мотор, красота. Мы своим травмам не вредим особо. Так, там ничего. Там цветочки с машины проросли, тут ничего. Так, мне осталось два колеса наныкать. Это прекрасно. Так, тут машина, на которой можно ездить. Очень хочется машину, потому что, ну... Мои карманы. Кстати, почему машины, на которых можно ездить, всегда без бензина, а? Загадка. А кемпинг какой-то. Будем знать. А вот там дом. Давайте до дома дойдем. И да, тут груженный, двинем обратно, потому что я думаю, там-то я точно заполнюсь. Но если там зомбаков не будет. Если будут зомбаки, я, наверное, не полезу. Хотя могу пару патронов потратить. Чего бы нет-то. Так, тряпочки. Тряпочки, хорошо. Я бы еще верстак построил. Блин, опять топливо есть, ничего больше. О, лутаем. Жажду, кстати, можно уже. До полного, да? Ну, чуть-чуть помахнулись. Ладно. Ничего, но бензина тут в округе много. Смотрите, а слева домов-то сколько? Ёлки. Ладно, сейчас у нас правая сторона актуальна. Пойдем по правой стороне. Я немножко, конечно, наверное, опрометчиво обошелся с лечилками. Не надо было нарываться, надо было потратить 3 патрона и разобраться с 3 зомбями. Ну, ладно. Топор зато затестил. Так, в этом доме можно жить. Этот домик похож на то, что у меня. Но чуть побольше. У нас тут далековато до воды. Так, воды нет. Отсюда далековато до воды. Кстати, да, вот это вот, по-моему, можно разбирать дело. Но, да, можно разбирать, но оно даст кучу деревянных обломков. Деревянные обломки мне пока не нужны. А смотрите, уже одна рана почти вылечилась. Зайдем, посмотрим. Топор лежит на столе, я вижу. А, лежат шкафы, это прекрасно. Топор берем. Нет, точно такая же. Ну как, там вот аппендикс, а тут двери нет. Вот это то же самое. Так, ну за неимением, если что, шкафы унесем. Так. Ну, будем знать, что тут есть шкафы, которые можно унести. Я предпочел это бегом нести, ну ладно, пока пойдем пешочком. А, возможно, я просто бегом за кадром унесу все это, да и все. Обратная дорога, она вряд ли будет прям такой интересной. А мы пока новые места посмотрим. Вообще, изначально я хотел... Слушайте, это лампочка. А что, включается? А, ну да, электричества нет. И это тоже можно move. То есть не обязательно эти строить столбы, можно их просто стырить где-нибудь. Хорошо, вон еще домик, я думаю, до него мы дойдем, и оттуда уже повернем оглобли. Топливо. Ну, я уже сколько литров? Больше 10 нашел топлива. Рюкзачок бы найти, но пока фортуна к нам не благосклонна. Ну и, конечно, огнестрел. Хорошо бы, но с огнестрелом тут немножко. Я думаю, напряг. Ну, пусть так и должно быть. Это хоть и Штаты.
свободная продажа оружия, все такое. Я бы не сказал, что даже в таких странах, где с этим все хорошо, оружие просто на каждом углу валяется. Это не как в кино. Так. О, пустая. А на ней ездить можно, да? Не... Да, на ней ездить можно. Но как можно ездить, все, машина пустая, ни хрена в ней нету. Очень часто колеса стоят прислоненные к тракторам. Не знаю почему. Мне вот интересно, почему мне писали, что что-то интересное найду. Я пока ничего в эту сторону не нашел интересного. Вот, может быть, здесь что-то такое. Гараж. Это да, это может. Трактор-то юзабельный. Нет. Сейчас себе на голову зомбака найду, мне кажется. Опачки. Колесо. Автосервис. Так, да, я понял, что, мне, что имели в виду, когда это сказали, что это найду интересное. А, тут. Кола. Но мне некуда уже класть. Я могу вот съесть, но оно заполнит немножко питье. Я пока потерплю. Ох ты, еще пистолет. А это можно сюда положить. А вот это можно сюда положить. Ха-ха. Берем. А там я съем что-нибудь. Да ты ж елки-палки. Молоток. Молоток, хорошо. Так, сюда надо еще приходить, в общем. Что мне нужно? Мне нужно два колеса. Так, вспоминая, да, что нам надо. А, и мотор. Мотор, вот у меня уже один есть, это еще мотор. Но я думаю, я сюда на машине уже приеду. Тут аккум, слушай, тут реально дохренища. Чемодан. Ох ты, шмоточка. Так, во-первых, я могу съесть. Я могу съесть обе эти штуки. Так, шмоточка. Вот именно это мне, видимо, и советовали. Так. Эквипмент. Я не знаю, что мне эта фуфаечка даст. Фуфаечка, что ты дашь? Very bad protection. То есть это не майка, это футболка. Жалко, нельзя на себя со стороны посмотреть. Ну, может, можно, но я не знаю как. Так, тряпчик берем. Ой, туман, едишь ты. Верстак. Вот это интересно. То есть тут есть верстак, и мне его, в принципе, не надо строить. Как всю мебель, тут я наверняка могу ее унести. Это забавно. Так, а что мы можем? Спички из камней и... А, и угля. Мне как показалось камень. Но все равно из ветки и угля. Спички. Сушеная шкура. Гвозди. Ну, гвозди, понятно. А где это вот? Где компонент, на пасусь? Хотя 16 гвоздей с одного захода нормально. Так, ведерко. Это воду носить. Кроубар. Вот это обязательно. Надо открывать всякое. Metal Scraps. Это обязательно надо будет. Канистру. Да, топливо тырить. Ой, какая штука хорошая. Это с едой проблема решит. Консервы тут постепенно. Лук. Тоже здорово. Патроны на деревьях не растут. Базовая стрела, very low damage. Я думаю, даже в башку она хэдшот не поставит. Колчаны. Тактический колчан. А, шматье. Очень даже неплохо, да. А, скорость хода. Блин, кожа нужна. А, и лампочка. Великолепно. Я же могу... Да, я могу это мувать. А я, наверное, это унесу. Мне, наверное, это будет нужнее, чем... Ой, это сколько патрон-то, а? Ну-ка. 9 умещается. Да елки. Игра, не заставляй меня что-нибудь хорошее выкладывать. Моя жаба этого не перенесет. Она воспринимает... Я слышу... Рычат. Смотрите, нога прошла, а... Повязочка-то у меня спала.
А, птички у меня нету. Мотор, да. Так, ладно. Ну, я не могу, пока эти сволочи там ходят, я ничего не могу сделать. Вообще интересное, конечно, место. Туман, уходи давай. Ну. Слушайте, я надо просто спать персонажу устрою. Оголодать я не оголодаю. Так, семерочка вроде как. Давайте сейчас поспим. И проснусь от того, что кто-то обгладывает мне ногу. Нет, обошлось. Смотрите, бинты спали, они временные были, ёлки. Неудачно. Ладно, пошли посмотрим, что тут. То есть бинты были на время, и ни хрена я не вылечился. Ай-яй-яй. Так. Ну, есть куда. Хорошо. Тряпчик. А, доска не нужна. Так, что у нас в багажнике? А, пить я не хочу. Лекарство возьму. Самое печальное, что придется с чем-то расставаться, потому что если я сейчас найду колесо, а я, мне кажется, вот тут найду, это же автосервис. Перо. Мне что-то придется выложить, потому что я хочу... Ну, свечи нет, свечи не буду трогать, пусть в машине лежат. Что я хочу сюда на машине приехать. Что это? Лист. Листья не нужны. Так, давайте тума. О, колесо, все. А, все прекрасно. Я нашел, что хотел. Нож. Нож у меня такой же. Не надо меня ножом заманивать. Так, что у меня тут есть такого? А, не нужно. Вот у меня одна тряпочка есть ненужная. Колесо, идешь со мной? Ну да. Предсказуем. Давайте вот ту машину еще пощупаем. Но я не думаю, что тут рюкзак найду. Хотя черт его знает. О, еще патроны. А сколько можно? 12. Нормально. Нет, мне худ, пожалуйста. Ни хрена нету. Ну, грех ругаться. Тут все прекрасно. Давайте еще гараж пощупаем. Надеюсь, там никто не рычит. И тогда возьмем верстак и медленно и печально пойдем к себе, потому что вот это вот slightly wounded. Я не знаю, почему мы не вылечились. Должны были вылечиться. Ну да, не могу. Должны были вылечиться. Почему не прокатило, я, честно сказать, не знаю. А что, декоративное, что ли? Блин, сарай. Такой хороший сарай, декоративный. Ну что такое? Вот последняя надежда. Ни хрена. Ну-ка, ничего не слышно. Ничего не слышно. Да, ладно. Сарай декоративный, но в целом неплохо. И отсюда еще до хрена чего можно увезти. А, то есть... А, размечтался в машине. Канистра нужна. А эти двери... Ох ты ж, они открываются. А еще у нас делается канистра. Может, у меня есть? Да нет, нет у меня. Гоню. Так. 4 металлолома у меня... Тут у меня нету. Так. Мув. Так. А, ты у нас в одном положении независимо, да? Ну, давай мы тебя в дверь как-нибудь пропихнем, я надеюсь. Р. Р. Давай. Верстак, пойдем. Бежать я все равно не могу из-за ран. Поэтому медленно и печально пойдем. Сколько там? 24 минуты. А, ну, даже не знаю, стоит этот процесс вот этой ходьбы. А я, кажется, знаю, почему я... А, смотрите, slightly wounded. Мы в следующую стадию просто перешли. Все, можно бегать. И мы побежим. Курица справа бежит. Смотрите, вон.
Я пока не знаю, что с ней делать. Возможно, надо будет ловить. Поэтому я пока ее трогать не буду. Я напомню, тут в строительстве есть курятник. Я все-таки планирую обзавестись собственным хозяйством, которое будет меня снабжать едой, когда стухнут все консервы на карте. Ну, нормально, мы довольно бодро идем. Сейчас медведа не встретить. Что-то мне кажется, что он даже в голову с одного выстрела с пистолета не ушатается. Лёг на помине. Иди отсюда, а, мерзкое создание. Ну, давай, кыш. Нет, я, возможно, его разберу, конечно, с пистолета, но медведь — это гора мяса. У меня нет холодильника. Хотя это шкура. Не, не буду рисковать, я и так раненый. Давай, медведь. Шуруй нафиг. Я могу, конечно, его справа попытаться обойти. У меня еще такое ощущение, что он может к моему домику повернуть. Так. Давайте повернем эту штуку, чтобы он мог его отслеживать. Эту серую скотину. Так, не очень-то его отслеживаю, конечно. Айть! Продолжим. Так, тут... Ну, он тупает, как слон, так что все нормально. Мы его услышим, если что. Это мы пробежали мимо того грузовика, который тут медведу принадлежит, который медведь охраняет. Все, мы дома. Home sweet home. Мы, конечно, self-healing. Мы, конечно, slightly wounded. Верстак. Так, а где мы его поставим, кстати? Было бы, наверное, прикольно его воткнуть вот тут. На веранде как бы. Ну, если что, он у бочки поставлю. Если на веранду не войдет. Собственно, почему он не войдет-то? Еще как у нас войдет? Войдет, как написано. Давай, не крутись. Видишь, крутится. Вот. Хм. Что там говорите, зомби через окно ходят? Так вот, тут они не пойдут. А, там тоже не пойти. А тут я еще что-нибудь поставлю. Хотя, на самом деле, я там сплю. Но у меня сейчас это лап не хватает. Сейчас мы все это дело выложим. Так. Патроны. Второй пистолет. Электроника. Сахар, слушайте, как хорошо-то. Так, мне не нравится, как курсор крутится. Давайте я сохранюсь пока. Сейф. Пускай курсор таким синеньким крутится, это винда что-то творит. Вот мне не нравится, когда винда что-то творит. Мотор, ну, нужен. Мотор прямо сейчас нужен. Так, другие патроны. Split half. Пусть они там будут. К тому пистолету как бы. Так, сюда больше ничего. Сюда. Вот эту вот хреновину. Лекарства все сюда. Газировочку давайте тоже выложим. У меня есть бинт, но на легкое ранение я его тратить не буду. Что у нас еще не нужно? У нас еще топор такой. Ну, не то, что мне нужный. Ага, молоток он есть. Отлично. Он, конечно, нужный. Но не сейчас. Так, а там у нас чего? Там у нас пока пусто. Нормально. То есть, запас у нас есть. Ну что, машина, давайте дособерем. Скрафтим, наверное, канистру. И сходим за бензином. Я думаю, тут достаточно близко есть машины, которые снабжены этим полезным продуктом. Ну и надо еще запчасти собирать, конечно, в машину, потому что, я так думаю, это все довольно быстро расходуется. И пока мелкий рюкзак, может стоить патрон-то к пистолету дома держать. Ладно. Давайте посмотрим. И напомню, на ферме у нас плавится металл. Так, нам нужна канистра. 4 скрапа, 4 красных ящика.
Ну, с этим-то легко. Аут 4 скрапа. Ха. Здравствуй, канистра. Так, крафти самому. Получили. Так, а что тут нужно? Две шестеренки и куча всякого. Мне очень хочется вот это вот. Хотя, возможно, тут два апгрейда нужно. Шестеренки это в плавильне. Так. Что у нас с едой? Водой? Нормально. Я ту банку съем, и будет мне хорошо. Так, пошли залутаем какую-нибудь машину. С бензином. Тут ничего. Бутылек. Давайте возьмем. Так. Я помню, я всякое такое оставлял. Свечу тухлую оставил. Открывайся. Да, есть. Ну, великолепно. Так. минут. Ну, нормально, мы так это в графике. Блин, все бревнами закидано. А камни, замечу, респятся, и ветки респятся. Так, ну что-то, сейчас сначала посетим ферму. Так, это я немножко завис, думая, стоит ли там воевать с зомбаками. Так, филтанк. Отлично. Ну что, драйв. О, завести мотор. А, ну машинка немножко так вокруг своей оси. Вы видите эти убегающие колеса? И чего, они вот так от меня и смоются? Смотрите, как интересно. Ой, подпрыгивают. Чума. Так, и чего? У меня есть три колеса? А как отсюда вылезти? Так, handbrake. Эскейпом, что ли? А, continue. А, F. Да нет, нормально, машина на колесах. Это, видимо, ее колеса так вот покатились. Странненько. Так. Ну, раз машину можно водить, значит, бензина в ней нету. Я прав? Я прав. Так. Пошли проверим наше... Опа. Наше железо. И, возможно, махнем оттуда шестеренки. Ладно, какие шестеренки, то железо так вот наплакал, наверное. 4 слитка. Я вот насчет вот этого не уверен. А шестереночек. Одна из 4 слитков. О-о-о. Есть над чем подумать. Даже не знаю. А шестеренки только в кузнице делать. Там, по-моему, 2 шестеренки надо. О, Вирка, можно тебя взять, нет? Нет. С одной стороны, мне вот мачете очень, конечно, порадовало. С другой стороны, я и топором неплохо машу. Я не думаю, что я мачете буду прям с одного удара их выносить. Окрестим, давай шестеренку выпилим. А, пусть шестеренка. Иди сюда. Все. 4 слитка ушли лесом, да? Да. Ладно. Ну, давайте так посетим гараж. Я так вижу, тут очень все у нас неплохо. С бензином. Вот я 2 литра... Ой, главное, не в воду. Я 2 литра залил. Как не особо расходуется. Мне кажется, машина раньше рассыпется, чем бензин расходуется.
Так, тут я, по-моему, все забрал. Хотя, бензин. Да, бензин. Затариваемся. Отлично. То я думаю, литров 20 от канистра. Жалко, я не могу чемодан какой-нибудь в багажник закинуть. Было бы здорово. И колесо укатилось. Так, ладно. Погнали. А дело, кстати, к вечеру. Так. Ну что, мы тут... Давайте долутаем тутошние машины на предмет бензина, да? Так. Ну, чтобы точно знать, что тут я ничего не оставил. Бензин. И да посетим гараж. Багажнике пусто. Я так для порядка. Тут. Ух ты, сколько! У меня сейчас полная канистра будет. Надо будет еще крафтить. 11 литров, да. Слушайте, уже немного остается. И уже вечер наступает. А я еще тут по машинам не прошелся. Причем я не помню, в какой я чего оставлял. 0,19. Ну давайте зальем. А со всех одинаково 5 минут. Независимо от того, сколько там. Ладно. Так, бутафорская. Вот та не бутафорская. 0,10. Ладно. А с другой стороны, когда наполнится канистра, мы всегда можем перелить в бак машины и все, и не париться. И снова на добычу отправляться. 0,6. Ну тут копейки. Есть что? Бутылочка. Булыжничка. Когда-нибудь может пригодиться. Так, здесь я наверху вроде как все залутал. Давайте поднимемся, поглядим. Но, по-моему, все залутал. Или аккум оставался. Нет, аккум если оставался, то не здесь. Просто дело к ночи, а к ночи тут, мне кажется, зомбаки-то выходят. Черт, там еще машины этих. Так, ехать, останавливаться, ехать снова. Ладно, едем. Я тут среди этих машин остановлюсь. Так, а те белые мимо. Только это работает. Так, 7 литров. О, вот это уже нормально. Осталось 0,03, не врезло. Потому что туда влезет двадцатка. Так, давайте теперь машину свою заправим по уши. Не знаю, сколько в нее влазит. Ну, в нее много влазит. Все и вошло. Кстати, оно желтое, то есть неполное. Эвка, погнали. А, заводись. Мы постепенно вылечиваемся. Смотрите, еще немного, и мы будем вылечены. Так. Так, проверяем эту. Ноль. Ну, управляемая людьми машина пустая, сами понимаете. Птица бегает. Птица пусть бегает, мы к ней сюда потом придем когда-нибудь. Когда-нибудь зачем-нибудь. Так. Глушим, выходим. Есть. Все, бензином мы затарились надолго, я так чувствую. Да-да-да, курица, мы с тобой придем, не переживай. Мы поселим тебя в самом лучшем курятнике, так жрать.
жрать, пить. Так, сюда. Да, есть. Ну, до утра дотянем, а с утра с машиной мы обшарим вообще огромные территории при желании. Вот курицу, я не хочу сейчас курицу охотить, если откажется единственная курица в округе. Так, тут ящики, которые я хотел унести, но ладно. Блин, еще машины, я так и буду туда сюда лазить. Но я не могу мимо пройти. Мне надо быть уверен, что я все заполнил. Ну, все выкачал. То есть, что вот эти вот машины, они бесполезные. Отсюда и до гаража, что я все машины окучил. Я, правда, не знаю, может, у них респится бензин. Так, людская машина. Бесполезная. Так. Выходим. Берем. Что перья, что камни, в принципе, на что-то годятся. Пусто. Или не берем, потому что чё я жадничаю-то? Пусто. Вот мой тряпчик. Вот мой ножик. Так. Уже темнело, уже скоро зомбаки, мне кажется, повылазят. Так, заполняем. Ну, нам всего тут долутать и радостно сбежать. А? Рычало? Нет, не рычало. Но уже стрёмно, уже сыкотно. Так, бензинчик. Монотонное занятие, конечно. Никакого экстрима. Так. Уже пора с фонарем ходить. Так, тут железка. Там ничего не было. Домик декоративный, доска нахрен не уперлась, а деревьев нарублю. Нет. А металлолом нужен. Так, трактор не к селу. Тут топор. Ящички мы не можем. Ну, на машине-то не можем. Ох ты, ну да. Ну да. Так, молоток давай сюда. И надо все относить в машину. Вот оно, счастье-то. Большой склад в багажнике. Так, ну потрошки-то я у себя оставлю. Сейчас ко мне кто-нибудь как подкрадется. Как за задницу схватит. О, 8, нормально. Все у нас хорошо на самом деле с металлоломом. И он явно не по одному собирается. Так, что тут у нас? Еще юзабельное, ничего. Так, ладно. Чемодан. Не юзабельный. А каком берем? Ящики. По-моему, я все прошел, и ничего тут такого у меня не было. Ну, ладно, проверю. Для чистки совести. Так, все нормально, моторчик. Вроде все. Краска не берется. Нифига. Просто некоторые вещи можно лутать. Ну, раздолбать. Ну ладно. Так, ну, в целом все неплохо. Кроме еды. Ну и да, это уже будет у нас следующий заход. Колеса опять убежали. Да. Я думаю, сейчас моя машина как глайдер движется без колес. Но в целом все. Дорога до мастерской залутана. Курица, я вернусь. Это может на нее надо ловушку ставить? То есть не просто вот так умозрительно в лесу, а именно на курицу. Ну, уж руками ты ее хрен поймаешь. Ай. Во колбасит как. Так, не проехать.
Это не доезжая до брошенного лагеря направо. Где-то тут моя избушка. Вот она. Главное пузом сейчас не сесть, потому что машинка такая, она кроссоверного типа, но она ни хрена не вездеход. Так, вот тут и останемся. Стоямба. Свет погасить. Не-не-не. Прекрасно. Медведь нам не пришел. Так, что нам из машины надо? Аккумулятор, я думаю... Тоже вот хороший вопрос. А носить ли это все в багажнике? Непонятно. Так, вот это определенно в багажник. Просто если сломается, мы можем починить. С одной стороны. А с другой стороны, оно занимает место. Блин, почему я ощущение, что ко мне сзади тут подкрадывается? Так, ну мы не сильно тут затарились. Раскладываем. Бутыльки. Бутыльки давайте в сумочку. У нас будет такой сумка этого самогонщика. Сюда что-нибудь в стопочке пойдет. Ну нет, эти по 8 вот сюда пойдет. Камни сюда не носил. Нож не стакается. Железяки нет. У нас хреново с едой. Прям вот. Нет, тут я могу кое-что выпить. А вот сидит крайне паршиво, утром мы проснемся голодные, как собаки. Неужели у меня ничего нет? У меня такие ничего нету. Так, камешек давайте тоже сюда. Шестеренку, да, обязательно. Железку. Перышки. Так, вот надо топор присобачить. А, вот тут еще место есть. Сахар, я так понимаю, радость самогонщика тоже. Так, вот так. И ножик туда. А с едой полный же пинамбур. Но ночью я никуда не ломанусь. Что у нас со временем? 9 вечера. Я думаю, до утра я дотяну как-нибудь. А утром буду голодный, как собака. Ну что ж, на этом мы серию заканчиваем. Всего хорошего и до новых встреч.